Ну вот. Закончилось. Да, ты моя ягодка, ты моя жертка. Мы не кричим, не шумим, есть не просим. Да? Все, наелись. Вот так. Девчонок каждый день. Так, вымели, вычистили все. Ну так ты открывай сама. Сам открывай. Открывай, открывай. Учись, вот туда. Двигай, двигай, двигай. Вот, молодец, видишь? Все умеешь. Ой. Да, все в порядке, все почистил. Да, проверка, проверяющий. Да, карабин одел, вы его свернули, я его починил и на место поставил. Да, тебе не нравится? Нет? Ну, на наблюдательный пункт, давай, забирайся. Ну, как ты забираешься? Давай сюда иди, поднимайся. Ну, давай. Жми еще на яму ваши, как это называется, молодой организм, телега в день, ты мои умницы, в сутки, извини, в сутки, телега в сутки. А представляете, вот вольеры, которые открытые, большие, да, но там вообще каждый день никто не убирает. А потом эти дожди, то все, это все вот впитывается, впитывается годами. Скажи, да, скажи, тут убрать можно, а там теоретически можно, а фактически все не убрать, да. Тихие, спокойные мишки. Да, да, ты моя умница, лизуха. Вот эта лизуха может руку перекусить один раз. Так, хам, и нету. Да, да, моя умница. Скажи, я хорошая. Вот, я железку погрызу. Да. Там собачки, там собачки бегают. Ладно, все, я повез на яму ваше отходопроизводство. Да, воды потом заменю вам. Хорошо? Ну все, давай.